Мы продолжаем. В сибирском регионе начался сезон клещей. Опасность, которую нельзя недооценивать, ведь последствия могут быть трагическими. В худшем случае – паралич или летальный исход. Избежать этого можно, поставив прививку. В какие сроки должна быть проведена вакцинация и где ее пройти – об этом в следующем сюжете. Период активности клещей, как правило, начинается поздней весной, но в этом году укусы опасных паразитов были зафиксированы в конце февраля. Их любимые места обитания – лесные массивы, обочины дорог и заросшие травой территории. Нередко клещи встречаются и в городе. Самостоятельно клеща удалять ни в коем случае нельзя, потому что это должен сделать специалист. Для того, чтобы клещ был удален весь, он был сохранен, и его можно было отдать в лабораторию. И в случае, если окажется, что клещ инфицирован, соответственно, что и лечение будет назначено в более ранние сроки, так, как это положено, для того, чтобы предотвратить возникновение заболеваний, которые клещ переносит. Наиболее надежной и долговременной защитой от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В этом году в Приангаре вакцинация началась 15 марта. Поставить препарат можно в любой поликлинике региона. И лучше закончить вакцинацию до конца апреля. Люди, прививающиеся первично, они должны сделать вакцинацию двукратно с интервалом в месяц, либо через 2 недели по ускоренной программе. И на следующий день, на следующий год они делают вакцинацию однократно, а затем 1 раз в 3 года. Прививка рекомендована всем людям, особенно тем, кто планирует поездки в лес и за город в сезон активности клещей. В прошлом году от их укусов в Иркутской области пострадали более 10 тысяч человек. Вирусом клещевого энцефалита заразились 28 из них. Ирина Шавлю, Кристина Пермякова, Роман Буйнов. Местное время.